What is your role at Middlesex University? Робот Пеппер и два студента ответили на вопросы британских парламентариев на заседании одного из комитетов. Обсуждения коснулись четвертой промышленной революции. Пеппера сопровождали студенты, изучающие робототехнику. Вопросы, которые им задали, были о важности технологических инноваций, а также о роли роботов в школьных классах и аудиториях вузов. Этого гуманоида разработали для домов престарелых, однако позже его адаптировали для обучения вместе со студентами. Как роботы могут помочь студентам учиться в классах? Студенты программируют меня, чтобы я общался со слушателями в разной обстановке. Например, Джоанна и я работаем вместе, адаптируем мои интерфейсы, чтобы я мог работать с учениками начальной школы или людьми с особыми потребностями, развивая их способности в математике. Этот гуманоид – часть международного проекта, который спонсирует Евросоюз и Япония. Его постоянное место жительства – Миддлсекский университет. Проект называется Kersis. Его цель – разработать роботов-помощников, которые будут адаптировать манеру поведения и общения под человека, которому они помогают.